Добрый день, уважаемые подписчики и любители винограда. Прошел первый месяц лета. В Киеве и Киевской области пришла пора нормировать урожай винограда гроздями. Многие зададутся вопрос, а нужно ли это делать? Нужно, потому что виноград вырастет более вкусным, а некоторые кусты нужно обязательно. Такие как Аркадия, 100% я их нормирую. Нормировать надо, конечно, с умом. Что значит нормировать грозди винограда? Вот передо мной куст Аркадии свел, уже завязались грозди. Я смотрю, вот побег. Вот побег, видите, один побег. На этом побеге завязалась одна гроздь и вторая гроздь. Раньше я нормировал по соцветиям и выбирал, к правилам, верхнюю гроздь. Но сейчас нормирую позже. Почему? Потому что при опылении винограда бывает, что опыляется в разное время, при разных погодных условиях, и верхняя бывает лучше опыляется. Здесь опылилась по классике. Нижняя лучше, верхняя похуже. Поэтому я просто верхнюю убираю, оставляю только нижнюю. Вот следующий рукав. Одна гроздь, вторая гроздь. Здесь тоже получается нижняя гроздь более полная, верхняя поменьше. Значит, верхнюю тоже убираю. И так весь куст. Более молодые и более слабые кусты я нормирую вообще 30-40% без урожая, чтобы куст набирал силу и урожай был вкусным. Это такая нехитрая операция, позволяет нам получить урожай более раньше по срокам, что в условиях Киевской области немаловажно, и более качественный. Благодарю за внимание. До следующих встреч.